Всем привет-привет! Я очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня я решила снять влог. Что это? Иди сюда. Иди сюда. Иду сюда. Скажи привет. Привет. Как у тебя дела? Хорошо. Что ты делаешь? Монетки собираю. Монетки? Я Саре подарила копилку и говорю, что ее нужно будет разбить, когда она наполнится, потому что она керамическая. Сара говорит, я не буду ее разбивать, ей жалко. Сегодня будет совсем необычное видео, потому что у меня для вас есть сюрприз. Он будет немножко попозже, а сейчас я хотела показать вам нашу спальню новую. Мы почти доделали ее до конца. Ну вот пока осталось чуть-чуть. Я а, стой, стой, это мое, Сара. Это мое. Ну это моя картина с папой. Моя картина. Вот так. В общем, наша спальня, она такая, серо-белая. Больше всего мне нравится эта картина на стене. Это был мой специальный заказ на одном сайте. Если вам интересно, я могу ссылку оставить под этим видео, потому что картина очень крутая. Она прям дополняет невероятно эту комнату. Изначально я хотела ее над изголовьем кровати, вот здесь на серой стене, прикрепить, но поняла, что она слишком серая для этой стены, и что ее нужно на белой стене, поэтому вот сюда она вписалась просто идеально. Планирую поставить два светильника возле кровати. Скорее всего, это будут высокие стоячие светильники. Я уже присмотрела себе парочку. Шторы обязательно будут темно-серые, либо светло-серые, и здесь у нас стоит шкаф. Специальный шкаф заказали без зеркала, потому что я верю в то, что зеркала в спальне – это лишнее. У нас утренняя прогулка по роще. Он возле каждого дерева сейчас останавливается. Со всей семьей. Заодно хотим испытать наш новый дрон Mavic. Весной здесь будет невероятно красиво, когда все начнет расцветать. Сара, обходи лужу. Сара такая румяная. Самое интересное, что у нас есть возможность каждый день так гулять, но мы ленивые, не можем заставить себя выйти и прогуляться хотя бы час. Вова настраивает здесь, чтобы дрон следил за Сарой сейчас. Все. Сара, прямо беги туда. Собак зови. Иди, иди. Видишь, он за тобой летит. Second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Мы с Сарой сейчас будем наполнять коробки. Все эти коробки достанутся вам. Это бьюти-боксы мои, мои собственные бьюти-боксы. Они такие крутые, эти коробки. Я бы их все с удовольствием оставила себе, потому что они очень классные. Они твердые, они классные, они шляпные. На цвет и дизайн сама продумывала. Все сделано с душой. И еще, я пока продукцию не буду показывать, потом в конце видео вы узнаете. Эти цветы, между прочим, ручной работы. Девочка их делала сама, самостоятельно, на заказ. Сара помогает мне раскладывать продукцию, коробочки. В каждой коробочке будут 11 цветков сакуры. Эти цветочки ручной работы. Считаешь? Один. Похоже на сердечки. Всем привет. Всем привет. У нас в Алматы такая классная погода, уже весна. Вова вообще вон в пиджачке. Весна завтра. Завтра первый Давай, день. Давай, грязь. Я всегда иду в грязь. Свинья везде грязь найдет. Да, еще ты любишь мне по ногам топтаться. Да, да. Очень сильно. В общем, мы сейчас с Вовой идем читать стих, вернее, я буду читать стих. А потом мы пойдем на... Нам должны выдать международные права. Теперь попробуйте более живо. Забудьте, что вы в школе рассказываете стихотворение. Больше вот как будто вы... Я хотела бы представить, она имеет место, это заместитель генерального директора. Еда, еда. Что еще снимать? Вам просто всех.
кого я здесь сейчас снимаю. Кто не знает, это Азиза. Она снимает просто крутейшие вайны. У нас в Алматы она живет вообще-то. Я ссылку оставлю обязательно под видео, потому что это гордость нашей страны на самом деле. А еще у меня канал на Ютубе есть. Да? Я была дальше. Я хочу попасть снова в твой блог. Это Оля. Я сегодня без уклад. В общем, мы получили права. Вы получили права? Что, я получила права, да? А я нет еще. Я не успела скинуть документы. Да? Да. Я тормоз. Только что приехали домой, и теперь у меня есть интернациональные водительские права. Очень здорово, что их можно получить онлайн. Вы просто скидываете свои данные, фотографию в цифровом виде, и все. И вам там через несколько дней дают права. Дают вот такую карту. По этой карте вы можете... Это как тоже права, но вот основные права — это все-таки книжка большая. Но по этой карте вы можете брать в аренду автомобиль. И хочу сегодня показать вам мое творение, над которым я трудилась долгие месяцы. И планировала, думала, какая же все-таки она будет. Захотелось мне ее сделать именно такой красивой. Я хочу, чтобы она стояла у вас на полочке, потому что я с удовольствием храню такие коробки, и они стоят у меня в комнате на полочках и украшают, дополняют мой интерьер. Это нежно-розовая коробочка, посвященная весне. Сбоку на этой коробочке еще одна надпись, которая меня тоже очень сильно вдохновляет, и я хочу, чтобы она вдохновляла вас. Здесь написано «Love yourself, be yourself», то есть «Люби себя и будь собой». Я хочу, чтобы вы никогда это не забывали. В каждой коробочке будет брошюра с письмом для вас и с описанием всей продукции, которая находится в этой коробочке. Просто я еще не успела их распечатать на момент съемки. Все коробки мы упаковывали самостоятельно, поэтому здесь такая особенная упаковочка. Нужно ее аккуратно разворачивать. Так уж совпало, что скоро 8 марта, и получается, что я выпустила эту коробочку к 8 марта. Так что она будет прекрасным подарком кому-либо. И первое то, что я достала из коробочки, это мицеллярная очищающая вода с лепестками роз французской фирмы NYX. В воде не содержится спирта, и она не раздражает кожу. Это меня очень радует. Очень мягкая текстура, приятный аромат. Если вам интересно, ссылки на все продукты, которые находятся в этой коробочке, я оставлю под видео. Вы можете посмотреть подробное описание. Скажу, что фирма NYX представлена у нас в Алматы в аптеке Плюс. Очень сильно я хотела, чтобы вы попробовали эту палетку. Она просто великолепная. В этой палетке 7 оттенков хайлайтера. Этой палеткой можно сделать прекрасное скульптурирование и рельефное лицо без контуринга. И, конечно же, я безумно мечтала о том, чтобы в моей коробочке был сухой шампунь от фирмы Батиста. Шампунь придает волосам свежесть, помогает сделать укладку без воды и фена. То есть, ну, сами понимаете, я уже 100 тысяч раз показывала этот шампунь на своем канале и говорила о нем только положительные отзывы. Девочки, еще такой момент, что в некоторых коробочках будет не черри, а оригинал. То есть у меня 50 на 50, к сожалению, в наличии такого количества черри не было. Так, девочки, я поместила в каждую коробочку масло макадами. Это легенда, если вы знаете. Это неповторимое масло, которое идеально подходит для всех типов волос. Особенно, конечно же, для сухих и поврежденных. Кончики разглаживают. Прекраснейшее масло. Я его очень люблю. В Алматы продукцию макадами вы можете найти на сайте yellow.kz. Я обожаю эти резиночки, браслеты для волос. Эти резинки от Beauty Bar. Это самая популярная форма резинки в мире просто. Но действительно, она не оставляет заломов на волосах. Очень прочно держит волосы. Используется как стильный аксессуар-браслет. И сделана из экологически чистого материала. Это набор морской. Здесь 3 цвета, 3 резинки. Голубой, бежевый и белый. В каждой коробочке у меня находится Тент Идоль Ультра кушон от фирмы Lancome. Я уже не раз показывала вам кушон в своих видео. Мне он нравится, и я хочу, чтобы вы тоже попробовали этот продукт. Он делает кожу очень атласной и сияющей. Как раз сейчас идеальный вариант на весну, на лето. Также в коробочке у меня есть активатор энергии от Lancome. Этот продукт возрождает природную силу вашей кожи. Активатор интенсивно увлажняет кожу, регулирует обменные процессы, запускает интенсивное восстановление. В каждой коробочке вы найдете
помаду для губ в потрясающем оттенке, в таком весеннем модном оттенке 317. Это помады для губ Absolue Rouge. Формула помады обогащена питательными и увлажняющими ингредиентами. И держится помада достаточно долго на губах, в течение 8 часов. Цвет восхитительный, как раз на весну очень-очень нежный и красивый. И еще в коробочке находится чувственный и нежный аромат, поистине весенний, от фирмы Lancôme La Vie est Belle. Название в переводе с французского означает «жизнь прекрасна». А также в каждой коробочке находится лосьон для тела Palms, какао, масло, формула. Это роскошный, питательный, ежедневный лосьон для тела с маслом какао. Этот лосьон с витамином Е. Лосьон быстро впитывается, обеспечивает увлажнение в течение длительного времени. И еще доказано, что он лечит сухую кожу, подходит для склонной к экземе кожи, успокаивает кожу, разглаживает растяжки и шрамы и не содержит парабенов и фталов. Я уже рассказывала, что фирма Palms представлена у нас в Алматы в магазинах Mon Ami. Я очень хотела, чтобы этот хайлайтер был у меня в коробке. Просто он волшебный. Это потрясающий хайлайтер от фирмы Divage для бровей. При помощи него вы можете выгодно подчеркнуть линию бровей, приподнять брови. И еще, девочки, у меня потрясающая увлажняющая масочка для лица от корейской фирмы Cetua. Содержит алоэ, сахарный клен и очищенные секреции улитки. Подходит для сухой кожи лица. А еще в коробочке вы найдете два пробничка от профессиональной косметики Janssen Cosmetics. Это немецкая косметика. Я не раз показывала ее в своих видео. И здесь у меня два продукта для чувствительной кожи. Это деликатный очищающий крем для чувствительной кожи и успокаивающий крем. Хочу сказать, что эти коробочки будут распространяться по всему миру. И если у вас есть желание приобрести такое чудо, то я под этим видео оставлю ссылку на Instagram, где будут распространяться эти коробочки. Все вопросы, все обсуждения будут в Инстаграме. И, друзья из Алматы, если вы захотите приобрести эту коробочку, я могу вручить ее лично до 8 марта. Я планирую собрать всех желающих в одном месте и вручать коробочки лично. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Женя Гейн. Пока-пока!